Где жена? Наталья. Ты на подруге вообще не жена. А, что что? Так, а где твой телефон? Добро пожаловать в нашу районную комиссию, там где справки. Я прошу ваши дозволы разбавлять, захищаться российской мовой. Я сейчас не там стирать, это будет. Слышишь ты, пожалуйста. Почему тема исследования стал именно ритуал? Потому что он играет значительную роль в жизни любого социума и обеспечивает его стабильность и сохраняет его целостность. Ритуал подчеркивает общие целевые, ценностные и идеологические ориентиры участников и закрепляет их статусные изменения, превращая таким образом символы бессознательного в видимую и осязаемую форму. Являясь способом коммуникации, ритуал обеспечивает единство и общность социальной группы в целом и гармонизирует человеческую психику, придавая каждому этапу жизни некую определенность. Ритуал неотделим от социума, и поэтому он имеет свойство видоизменяться и трансформироваться в связи с изменениями, происходящими в самом социуме. Так, актуальность моей работы заключается обусловлена социокультурными изменениями в обществе, которые кардинальным образом изменяют ритуальную коммуникацию. И ритуал под воздействием определенных явлений претерпевает изменения, подстраиваясь под новые порядки. С прогрессом в освоении новых технологий массовое сознание постепенно начинает меняться, и большая часть социокультурной жизни переходит даже в виртуальное. Одно из массовых и наиболее значительных можно назвать включение ритуалов из реального пространства и в виртуальный мир. То есть новые технологии влияют на форму ритуального взаимодействия и привносят заметные изменения. И мы видим, что ритуальная коммуникация расширяет свои границы и переходит в киберпространство. Таким образом, появляется огромное количество виртуальных храмов, часовен, приложений для отправления ритуала онлайн и всякие киберпаломничества. Все становится возможным осуществлять при помощи интернета. И в связи с этим все более актуальным становится вопрос выявления особенностей существования ритуалов в киберпространстве. Целью моей дипломной работы является выявление особенностей существования ритуалов в киберпространстве, определение механизмов перехода базовых ритуалов из реального пространства в пространство интернет, а также на основании выявленных особенностей и механизмов создать концепт приложения для совершения ритуалов в киберпространстве. Задачи, которые были поставлены, вы можете увидеть на экране. Вот, объект моего исследования — это ритуал в киберпространстве, предмет исследования — механизмы перехода ритуала, перехода и трансформации ритуала в киберпространстве. Методы исследования были выбраны: метод анализа, классификации, синтеза, дедукции и сравнения. И так как основным объектом исследования является ритуал, для погружения в проблематику вопроса особенно важным стало применение именно теоретического анализа. И для определения механизмов перехода и трансформации ритуала был выбран метод синтеза. О структуре вы можете ее видеть на экране. Она состоит из трех разделов: введение трех разделов, выводов из списка использованной литературы. Наверное, обусловлено раскрытие новых аспектов ритуальной коммуникации и выявление механизмов перехода базовых ритуалов в киберпространстве. Теперь немножко о разделах. Теоретическая часть моей дипломной работы, на теоретическую часть я опиралась на труды представленных теоретиков. Благодаря трудам Виктора Тернера, Клода Левистроса, Эмиля Дюргейма и Сьюзен Лангрен, ритуал был рассмотрен с позиции его коммуникативно-социального значения и ценностно-символического значения. Труды Мирча и Лианы помогли рассмотреть ритуал с позиции его десакрализации в современном мире. И благодаря трудам Мануэля Кастельса были выявлены особенности ритуальной коммуникации именно в виртуальном пространстве. Во втором
была определена степень влияния новых технологий на социальную коммуникацию, обозначены особенности существования социальных и религиозных ритуалов в киберпространстве, а также выявлены реанимизированные ритуалы, трансформирующиеся в киберпространство и ритуалы, порожденные киберпространством. И, собственно, третий раздел. Отпал кабель, наверное, экран. Сделайте на одну кнопку, ну что ж. Вот сейчас уже тут открыть.